Во сколько обошлась чиновникам поездка на инаугурацию Трампа и за чей счет летали? Нацагентство по предотвращению коррупции проверяет главу фискальной службы Романа Насирова. Проверить его визит в Штаты попросил министр финансов Александр Данилюк. Об этом написала глава нацагентства Наталья Корчак на своей странице в Фейсбуке. Но не уточнила, началась ли уже проверка и когда ждать результатов. По информации президентского инаугурационного комитета США, путешествие и участие в церемонии могли стоить от 25 тысяч до миллиона долларов.